Вар, у тебя на Лунателе есть танк мод? Какой именно? Вар, тот именно, который делает. Кресты, маст диспел давайте. Шмот спрашивает, шмот. Не спеть. Ясно, будет интересно. Так, со мной наверх идут танки и шипешки. Танки мобы должны стоять вот так вот в гнете, на первой ступеньке, чтобы их можно было бить снизу. Отлично. Сведите их чуток вниз. Слева забирайте остальное. Четыре. Поднимайтесь наверху. Улагаешь.
Все, вырываемся. Кто кого будет танчить? Нет, воды. Еще раз, двоих будет танчить Пал. БДК. А, ладно. Значит, Ламруа, Киллерстар, напулите Колдорама в Седдера. Рога и Хант с первой пати напулите его Волонара. Соответственно, попал на телесети. Ред Рауру включаем. У нас Вартач, да, или этот ДК? Что-то я путаю уже. ДК на двоих, протопал на одну. Ага. А Варт просто тогда, чтобы меньше лайков было. Мы, что одолели нас, Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши... Дайте каски, Варен. Бля, тёш, мне сказали, что будет. Да ну как само получилось с Колдорамом теперь. Да, мне сказали, ты сам вперед побежал и пустил. Давай, давай, Колдорам. Никому не будет, прольётся кровь. Интересно. ДК, может, власть сменишь, да? Или сет таргетом против. Ханты там, вы же рискуете. Вы же дофига дамажите, дамажьте босса ему. Я сам тут подбиваю. Там только чуть-чуть совсем помогите и все. Насладитесь болью. И прольется кровь. Моя чаша полна. Сова, вы тут? Войд, купи. Пусть отдыхают, дайте руки. Геру, пацаны. Насладитесь болью. И прольется кровь. Моя чаша полна. Прольется кровь. Беги, малышка, беги! Кот не топ. Волонар 5 минут. И прольется кровь. Моя чаша полна. И прольется кровь. Надо подождать. Моя королева. Они... Роечка очень надо. Первый. Какой шлак падает, я охерею. Дичь.
конечно. Ну, дайте все контроль, просто захиливайте меня, на стаки висят, или дайте подзинный бог по мне. Хризи, дойди, возьми. Обновите по мне бафы, на 2 минуты остались на все бафы. И по маку тоже. Каску. Дам каску. Меч. Чуть не умер, блядь. Не сходите. Не пуляй, трэш, подожди, пока все так. Поехали. Дайте диспро сзади. Спасибо. Ставлю рыбу, жейте ману. А вот ты ж в курсе, да? Бежишь с БДК, ловишь зеркало, получаешь дебаф. У тебя голос есть? Да, есть. Ну, ты говоришь, что дебаф получил и попал снимать с тебя зеркало. Дальше ждешь, ловишь, пока. Короче, укус. Если укус ты сразу не словишь, значит, надо будет тебя укусить. Сейчас я отопью ману. Бьянка, частицу вешаешь на хабова.
Плетик поставь. Значит, с пула у нас бьет только БДК и Урик, который делает квест. Я верю в него, он должен холипало по агро обойти. На кой фрик делает квест, Лунник? Еще раз. Такой фрик делает квест, Лунник? Хабавар. Так вот, что нету там никого. Там кошмота. Лапу дайте. Друли, дайте лапу. Может, на Хабавара напулить тогда еще? Да я боюсь, что если он отель на него начнет переагресс, то нам придется вайпиться. Давайте так сделаем, как я сказал. Просто он будет один бит, и он... Целом он есть Хабавар. Смотри, чтоб ты второй по агро просто был и все, и там дамаж, да, тебя укусит. В течение нескольких секунд она его может укусить. Ну там 10 секунд. Где-то через 15 секунд около этого. Танка стойки деревянные. Какая-то защита. Вроде как все, все расчехлились с центра к делам. РТДшки аккуратно, спартно сбегали. Погнали, Хабавар. Поехали. Хабавар, пошли. Неразумное решение. Да. Давай, бей. Пусть ему только снился. А, нет. Шикарно. Как вам такое? Пап, быстрее. Ты из АД в стойке, да? Там в Мелизоне лужи. Как вам такое? Факт. Страдайте же! Кусаешь РТДшек, можешь уже выбежать. Такое. А, yes. Страдайте же. Снесли быстрее. Страдайте же! От лучше сошли, то там прыгают. Кусайте РДД. Начинаем представление. Какая жалость. Бэр попал. Где? Ага. Тетона гимна ману. Сколько тебе еще укус? Факт снесли. Страдайте же! Надо подождать.
Страдайте же! Не достаем слишком далеко. А кушать вообще? Сучка. Я пока не могу прочитать это заклинание. Центр пилам. Чё ты, блядь, каешь? 10 секунд еще целых. Все, это коня пак, в смысле? Страдайте же! А, вот все, выполнил. Чем я там ударь? Грани, точнее. Отдохни. Билли, без тебя. Ай, такое ощущение, как у тебя кто-то ГП дал до дома. Прессу, типа. Да мне похуй, короче, если так сказать. Если нужна ачива, говори, что тебе нужна ачива, и все. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого... Багрух, все равно. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Чмо ебаное, блядь. Ай, без оскорблений. Ну, это комплимент в его случае. Господи, у вас там какая-то ачива обломилась, а вы тут такие видите? Давайте, погнали. Да хрен пойми, что он кипишит, твои заодно ебаные ачивы. Пиздец, ну чё, алё? Погладьте кота, да? Стропоном, блядь. Пальцы нахуй, хитите меня. Так, короче, котяра, давай будем тихими и пушистыми. Ходишь сзади, резаешь тех, кто падает. Пиздец, я приоделся, уже дофига на себя брать начинает. Как 79 уровень, сводите в яму, блядь. Ну, блин, ну, суслик, ну прекратитесь. Не, реально ну, напрягает. Ну, блин, ну ты в героине нормально веди себя, правильно? Если ты, ладно, пугарейд был бы какой-нибудь, еще можно как-нибудь понять. Но, блин, ну, Зак, знаешь, не укусили и матом тебя кроют. Ну, это что, по-свойски, что ли? Нет, конечно. Ага. Кузня, зал и яма. Тебя приходишь в огонь. Сейчас бомба в милик прилетит. Короче, иди нахуй, а? Лам, реально заебал. Короче, собак, что друг друга в ЧС и не бить не может. Ты напрягаешь реально уже. Какой-то ты странный тип на самом деле. Какой феерический финал! Я люблю все тупость с тобой ходить. Ходи потом помогай так, блядь. Скорей, вперед! Простите. За что ты ему КП дал, Слава?
Да это еще фигня, соточка. Нет, так за что это ГП дается? ГП дается за косяки, за слаки, за вайпы, но не за, за то, что он пишет в чате. Мне прикольно, что вы сам частенько с кем-то целётся в чате. Кидайте в ЧС все проблемы. Но если задолбает всех, то это будет кикс гильдии, просто если он реально неадекват. Давайте все немножко помолчим и спокойно пойдем трэш. Давайте про тупал и врывайтесь, я буду таскать по одному. Бейте того, кто кого я вытаскивал. Всех черепов собирайте. Отведи его вниз в круг. Все, уже следите, а уешните. Побежали все. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок. Ты сам попал капитана, собираешь, а сразу дальше в подвале. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. И служите. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Раба, просто шмот есть? Да вот, как бы лучше тебе сразу... Так сделай, сходи на аукцион, купишь про шмот себе. Я могу сделать, если до стрельки. Блядь, меня он даже в этом держит. Не персонально. Копье взяли и выкинули обратно в сестру, пока играет всех капитан. Может быть, ты и прав. Я останусь тут и сразу в наших успехах. Не останавливайтесь. Бейте Синдрагосу. Вот ар, герои. Диспельс бабу. Так, Теларх, спекаешься в Варшаву. Лена, у тебя есть ДЦ или холипресс? Так, давайте я сейчас поговорю, а вы послушайте. Значит, два Варшама и Бьянка летают в порталах. Дерево и Юпи сидят на ней. Изи тактика. Справа попал, слева БДК. Ману открываем. Вот у Фромера есть хпал ПВП. Может быть, он спекнется, хризи в танка, и ты полетишь вместе с ними, а я с этим Фромером на рейде. И быстрее будет. Не будет быстрее. Ладно.
Дайте варам каски, пожалуйста. О, Войд тоже в брив. Не, тогда Юпи давать тоже хиль Валику. Тогда тебя не слышно. Раз, два, три, теперь слышно? Да. Гуляем. Ты тоже в порталах иди. Не пойду я. Блядь, пиздец, вас трердал, да? Ну да. Да иди в порталы, тут и одного все захиливается. Херс, ну ладно, говорил я, портал. У кого есть на уменьшение Вальки пиратам, чтобы было поудобнее? Сейчас порталы появятся, подбегаем, смотрим, чтобы рядом с вами никого не было. Может, я что-то хер его знает, сколько нас будет. Долго. Много. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Давайте перед мордой встретимся все. Подавление давай теперь. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Опять перед мордой встречаемся. Давление бейте. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я пока не могу начать. Морде. Yeah.
надо подождать. Это заклинание еще нет. Я открыла портал в изумрудный сон. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Морды последний патрон. Это он один у них там. Там вы найдете спасение, герой. Кидайте его отложение к боли. Блять, ну дайте, пускай мы подойдут, потом мы убить. Подавление убить. Прессим падших, бежим на Эйн. Я справлюсь с сундуком, пацаны. Духсай пока и сидите. Шея танковская, ров. Ясно, офсвет. Прыгайте все, чё вы там? Кольцо танковское. Понятно. Оп-спек. Мах надо? Отлично. Так, значит, кто спекался в хилов, спекайтесь обратно. Что там есть еще кто-то, да? Рейл остался. Простите, я догонюсь. Шли. Нужно зайти, выйти, зайти, да? Хлямба. Не-не-не. Чем не садим. Так, присутствие. А его не было, оказывается, он АФК. Или был? А, уже древо, да? Хабавар, кто там еще лежит? Он лежит. Хабавар в Агримаре. Там все нормально. Да, да. А где Хант? А, он ходит. Сейчас нужно ждать, пока того кикнет. Хаба, не покупай ничего. Но там стоит, раз ты баснословно... Да, может, а тот трэш приведу пока? Прими, ничего. Чтоб всем было интересней, прилуп. Блять, бурстанул 57к. Выберните меня.
Поднимите мне кто-нибудь, алло. Где его? БР нет танка. Ханов ФК стоит. Войт, БР не танка. Войт ФК стоит. Короче, любой друид, БР не танк. Ну, красавчик. Дайте бафа, пожалуйста. А что не водить? Экономия времени. Ты же ничего с этого не теряешь. Самое интересное, что, оказывается, когда отвлекающий выстрел даешь по мобу, затем притворяешься мертвым, и ты в комбате весь, то он на твоего пэта агрится. И убивает его мне. Это уже грустно. А, так, что, говоришь? У нас еще трэш? Да. Еще две волны вроде и все. Меня так просто не убил волчару. Ну ты пета кормишь, мамонтяч? Конечно кормлю. Но проф это проф. Тут его сколько не корми, даже стероидами, блядь. Все равно умрет. Хаба, ты ж помнишь, что у нас нет портала? Ну, в смысле, сумона. Короче, как там дела с этим? Совсем. Ну, красава. Не, может просто проще будет магу протонуть в гримуар? Да, сейчас я иду. Дам ему борт. Ай. Будь здоров. Спасибо. Погнали. Прошу прощения.
Короче, все должны будут оказаться в квадратике.